За сколько времени сгорает ваш долг банкам? С вами, как всегда, юрист-эксперт Евгений Корсакин. Друзья, а перед тем, как мы начнем, прошу вас поддержать канал лайком. Просроченный кредит не может существовать вечно. Стандартный срок исковой давности, то есть срок, когда кредитор имеет право взыскать задолженность заемщика, составляет 3 года. Тем не менее, согласно статье 199 Гражданского кодекса, кредитор имеет право подать заявление в суд на заемщика и после истечения данного срока. Поэтому заемщик до вынесения решения суда должен заявить об истечении данного срока. Немаловажным является и то, что исковая давность по долгам может быть рассчитана не по всему кредиту, а по отдельным его частям. Ввиду того, что кредит может погашаться не единым платежом, а путем внесения периодических взносов. Поэтому срок давности будет вычисляться по каждому периодическому платежу. Более того, по кредитам начисляют пени и неустойку, а также штрафы, которые также могут быть взысканы кредитором. Бывают случаи, когда кредиторы намеренно не напоминают должнику о наступлении просрочки по кредиту, так как это приводит к накоплению больших штрафов и пени, которые могут быть также взысканы через суд в течение срока исковой давности. Также возможны ситуации, когда срок исковой давности прерывается на срок до 6 месяцев. Например, в том случае, если стороны хотят урегулировать задолженность без судебных споров. Однако в этом случае существует ограничение по сроку исковой давности. Со всеми возможными приостановками и продлениями он не может превышать срок более 10 лет. Пересылайте это видео своим знакомым должникам. Буду рад вашим лайкам и подписке на канал. До новых встреч! В следующем видео.